Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go Show. Здравствуйте, наши дорогие. Денис, на каком канале наши друзья? Baby Go Show. Да. И сегодня у нас очередной челлендж. Мы будем угадывать стоимость вещей по фотографии. Друзья, можете участвовать вместе с нами и пытаться угадать, сколько стоит загаданная вещь. Погнали! Ну кто первый у нас? А я думаю. Давай я первый. Угу. Итак, это номер one. Number one. Номер один. Что это такое? Так, на iPhone не похоже. У меня лук есть, да? У меня лук новый iPhone. Да? Ну хорошо, сколько стоит новый iPhone? О, давай! Они там разные есть, самый простой. 60 тысяч рублей на 80 тысяч рублей. Ну давай код. Ты мне назови сумму код. Он 60 тысяч. Неправильно! Он стоит от 70. Не засчитываем тебе ответ. Хотя ты угадала, что за загаданная вещь. Итак, номер два. Мам, вот что написано. Что написано на картиночке? 35 месяцев, да? Да. Что на картиночке написано? Кукла. А еще что написано? Лол. Лол, правильно. Куколки Лол, да? Сколько сейчас стоит куколка Лол? Друзья, пишите в комментариях, если вы быстрее мамы ответите. Это разрешено ли срок годности? Куклы Лол, как ты думаешь? Мне кажется, разрешено в 35 месяцев. А почему написали с 35 месяцев? Почему нельзя было написать возраст? Потому что 34 месяца не надо еще писать. 34 месяца, сколько лет лучше тебе скажи? 12. Ну? Ну? 30. Ну что, засчитаем маме 1500, они стоят там 1200-1300, будем засчитывать? Ну хорошо, мам, мы тебе засчитаем. Одно очко уходит к матерям. Итак, следующая вещь загаданная. Дин, смотри внимательно, что это. Приставка какая-то. Так. А кто производитель? Ну кто у нас есть? Давайте перечислять. Ну, Динь, Sony, PlayStation, так, PlayStation окей, хорошо. Хорошо. Xbox? Нет. Nintendo? Вот, правильно, Nintendo Switch, это новая приставка. Самая мощная, которую говорили? Мам, тебе 2 очка? Ну я не пробовал, не могу судить. Динечка, смотри. Почему все больше? У нас на картинке приставка Nintendo Switch. Такая игровая приставка. Есть Sony PlayStation, ну, есть Xbox. 30 тысяч рублей мы тебе не засчитаем, потому что она стоит 20 тысяч рублей. В треть цены ты ошиблась. Ну, извини. Следующий раз, Денюш, если захочешь, мама, если проиграет, она тебе будет покупать Nintendo Wii. Не, мне, конечно, это слишком, согласен. Да-да, номер 4 лот. Пожалуйста, называем цену, что это такое. Новая Tesla, что ли? Так, допустим, машинка электрическая, Денёж, машинка, которая есть только на электричестве, как троллейбус, только без рогов, да. Представляешь? Ну, так, сколько стоит? 7 миллионов. Какая? Не буду ничего тебе говорить. Ну, давай 15 миллионов. О, мам, дикий промах. Да? Ее цена начинается от 7 миллионов рублей. Не первый раз сказала. Tesla Model X, и причем да, если мама сказала 7... Теперь ты! Засчитали бы. Не угадал я. Итак, и последняя загаданная вещь. Что это такое? Нет, это не очки виртуальной реальности. Это очки, да, но не виртуальной реальности. Ты угадаешь! Денис, попробуй маме помочь. Смотри, что у тети одето на личике? Очки. Очки, правильно. Вот уже Денис маме подсказал. Значит, это Google Glass, очки дополненной реальности, и стоят они прилично. Теперь попробуй назвать цену. 50 тысяч рублей? Это, мама, неприлично. 50 тысяч рублей даже iPhone не стоит. Это очень ладно, неприлично. Хорошо, 150 тысяч. Ну, значит, Денис будет решать. Значит, Google Glass стоит от 130 тысяч рублей. Денис, засчитаем маме 150 тысяч рублей, если она назвала 130. Угу, сказал Дэн. Ладно, 2-0.
теперь мамины речи угадывает папа. Что это? Это мама, скажи, папа. Что это за хреновина? Это ковырялка в зубах? Нет. Это рога? Нет. Ну. Давай, папе, помогай. Что это такое, мама, загадка? Это прищепки? Нет. Ты издеваешься. Бегуди. Нет. Была более понятная фотография вообще вот этого вот добра? Бельевые веревки. О, нет. Что я хрень такой? Брекеты. Нет. Зубная нить. Нет. Что это? Это когти? Когти? Скажи, что это когти. Нет, это не когти, это... Как это не когти, Динь? Это снежкодел и снежкометатель. Матерь Божья. Где вот здесь снежкодел? Объясните мне, пожалуйста. Друзья, кто догадался, пальцы вверх. И цена 350 рублей. Не знаю. Ну, а сколько стоил? Сколько ты смотрела? Ну, я стоил 285. Ну, близко. Динь, я же близко сказал. 350 и 285 рядышком? Да. Засчитаем папе? 350. А мы главную цену? 350 засчитываем, да? Два, один. А. Так, это торшер. Лампа. Боже мой, ну что это за штука? Сумка. Нет. Женская сумка с кучей верёв. Господи. А что это, мама? Это шторы? Нет. Вот такие висят в этом дверном проходе. Нет. Это много внизу воздушных шаров, которые прицеплены трубочки. Это что, спущенные воздушные шары? Да, сверху они подключаются к крану, не к шлангу. И встраиваются воздушными шарами с водой. Жесть. Друзья, вы когда-нибудь играли в такие игрушки? Это американцы, наверное. День, может быть, мы тогда и как-нибудь челлендж устроим? Война воздушными шарами? Может. Друзья, если вам интересно, мы найдем эту игрушку, ну, купим, попробуем это... сыграть на улице в эту хрень. Так, это бритва! Нет, и не фен, ну... Ну это женская какая-то штука для волос. Нет, это фен, мама. Нет, это не фен. Утюжок. Нет. Блин. Это не бритва, не утюжок. Фен, расческа? Электрорасческа? Нет. Мам, видишь, там кнопочка есть? Да. Там мы двигаться и делаем на циферке. Да, да, верно говоришь. Двигаться. Триммер? Это для волос, но конкретно. Господи, у этого нормальное название, типа расческа, мама, там, нет, еще что-то. Тримя. То есть у этого не еще тримя. И ненормальное название. Да. Да-д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 а. Да-да-да. 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 Не знаю. Давай что-то... Да-да-да. Цену, да? Цену. Да, цена, да. Наверное, в электрорасчески или у этой 1000 рублей. Ты мне скажи, у тебя хоть дорогие картиночки загадывают. Да-да-да! Цена 1000 рублей. Не, давай не 1000. Как бритва, наверное. 2500 рублей. Нет. А сколько да, это стоит? Да, да. И что это такое? Мы с Денисом в шоке сейчас сидим. Это косичка дел. Косичка да, дел. Да-да-да! Друзья, кто угадал, это еще раз по цвету. Рублей. А он электрический? Да. Это он так... И смотрят косички. А как это происходит? Объясни процесс. Я его подношу. Разделяешь вот так вот вращательное движение, как мясорубка, нет. Да? Ты локоны подносишь, вставляешь туда, оно тебе закручивает. Да! Да! Все правильно. Локоны подносишь, он косички закручивает. Да. А потом ты как-то снимаешь. Там все продумано. Там даже резинка автомат. Картинка номер 4. Да? Угу. Это ЛПС? Нет. Ну, просто я смотрю Little Pet Shop, собачка. Я смотрю Little Pet Shop, собачка. Да, ты не знаешь, что это. Не знаю, ты знаешь, что это? Да, это Little Pet Shop. Какого? Ну, скажи-ка папе. Это... Щенячий патруль. Щенячий патруль, я так и думал. Конечно, я знаю. Футболка, да? Нет. Это не футболка? Не футболка с нарисованным? А что за персонаж нарисован? Скай и... Правильно. Sky и Эверест. Эверест. А, Sky и Эверест. Прошу прощения. Я не футболка, но с вырезом. Это одежда? Нет.
Чувствую, моя победа как песок сквозь пальцы. А ведь дешевая, да? Ну, ладно. 300 рублей. Нет. Что это? И сколько это стоит, блин? Это детское полотенце для пляжа за 500 рублей. Да вы издеваетесь, мир сошел с ума. Чего? Детское полотенце для пляжа? Да. Почему так свернуто, как будто здесь вырезали футболки? Ну как, ты одеваешь и ребенок от полотенца бегает. Ну все понятно. Мам, купи билет. И хорошо, билет. Куплю тебе. А это я знаю, что такое. Да. Это по ногам водит, когда это... Шкуру снимают лишнюю, да? Шкуру. Да, да. И скажи, как это называется? Я не помню, как это называется. Женская такая штука. Ну, где водить-то? Вид, например, известный, да, такая штука есть? Ну, а где водить? По пяткам? Пятка, есть... пятка шкуры съем. Нет. Как это называется? Ну, подумай. Ну, я знаю бритву. А это... кутикула съем. Нет. Чисто пятка. Нет. Пятка чист. Пятка чист, Дим, да? Ты согласен с папой? Пятка чист. Пятка чист. Ну, как это, классика? Пятка. Пенза. Ну, какая? Пенза чист. Да какая она, если с кнопкой? Электрическая пенза. Только соединенная. Соединенная электрическая пенза. Да, еще название объединенное. Электропенза. Да. Ого! Огонь! Мне уже за это можно приз давать! Сколько стоит? 1200. Почти. Нифига себе, почти. То есть я в треть цены промахнулся, да? Ну что, 2-1 получается? Грустно, конечно. Друзья, я считаю, что я загадал более популярные и известные вещи. И старался по разным ценовым категориям идти. А мама что-то в ценах все от... 300 до 1500 рублей. Да, там и все в основном для девочек. Вы обратили внимание? Для девочек. Ну что было? А для мужиков где? Где для мужиков? Ну, вот у меня была приставка для детей. Автомобиль для всей семьи. А, там, что у меня еще было? Ну, короче, я старался. Очки, телефон. Ну, телефон, да, все пользуются. Друзья, кто не пользуется телефоном, расскажите мне, пожалуйста, кто не узнал iPhone? И кто правильно назвал цену, кроме мамы? Но все равно, как ни крути, сегодня папы луз, мамы винс. Мам, тебя вин! Ура! Да! Ну а на сегодня все. Ставьте нам пальчики вверх. Не как пальчики вверх. Да! Да! Подписывайтесь на канал, оставляйте свои самые лучшие комментарии. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. До новых встреч! Пока! Пока!